3,5 года назад новочебоксарцы стали свидетелями того, как в поле на западе города начали забиваться пробные сваи. И вот спустя несколько лет это уже целый район со своим детским садом. За это короткое время в микрорайоне Никольский построено и заселено жителями более 30 тысяч квадратных метров квартир. Мы, пообщавшись с жителями города, актуализировали проектную документацию. И на сегодняшний день приступили к строительству новой позиции, позиция номер 16, где предусмотрены только двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Дом будет выполнен в кирпичном исполнении. Это все сделано для пожеланий жителей, что здесь люди приезжают уже жить семьями. Застройщик первым в Новочебоксарске перешел на регистрацию сделок через эскроу-счета. Эскроу – это специальный счет для безопасного проведения расчетов между покупателем и продавцом. В позиции 16 безопасность сделки гарантирует банк ВТБ. Процесс открытия эскроу-счетов мы сделали максимально удобным, когда наш клиент может обратиться в банк только по двум документам. Это паспорт и договор долевого участия, заключенный застройщиком. Мы очень рады, что среди наших партнеров сегодня также компания «СМУ-58». Это один из крупнейших и надежных застройщиков региона, который строит многие годы квартиры для жителей республики. Для всех наших клиентов мы готовы предложить, кроме открытия эскроу-счетов, безусловно, ипотечные кредиты по одним из самых лучших условиях на рынке. Позиции 16 – первый дом с кирпичным фасадом в Никольском. В новом доме будет один подъезд и 70 квартир. Жилье достанется своим обладателям в предчистовой отделке. Кстати, мы советуем вам поспешить. Старт продаж уже объявлен. Мы вам готовы предложить самые интересные варианты. Обращайтесь к нам в отдел продаж, и мы подберем вам лучшие этажи и планировки, а также поможем с оформлением ипотеки. Ждем вас в отделе продаж СМУ-58. С каждым годом микрорайон Никольский становится все больше. Это место с развивающейся инфраструктурой. На сегодняшний день здесь строится 5 домов. До 2025 года планируется ввести в эксплуатацию весь комплекс и построить второй детский сад и школу. Сабина Вишневская, Петр Куприянов, Павел Андреев. Новости Новочебоксарска.